номер один. Никогда не отбирай микрофон. Если ты не знаешь, что сейчас ночью или день, я хочу сказать, моя лень слева от нас. Ну а при этом при всем смысл сложен из фраз. Стук сердца, понятие перца. И для меня это эссенция. Если вам нравится то, что мы перец так жарят, поэтому давайте не будем закрывать жало. Москва задрожала, а потом ночи качала. Я хочу, чтобы она кончала, либо чтоб не лезла ко мне под одеяло. Алушта, да, это Алушта, Москва. Да, это Алушта, Москва. Крым, да, я здоровый с вокзал. Да, я здоровый, еще три. А, ну-ка быстрее уходи. А, если я хочу сказать, то тогда измеряй, мы говорим. Если Илья говорит, то остальные кончают и молча. Я жду, пока закончит эссенцию вой под синей ночью, бра. Надо меньше орать, но при этом толпу не перекричать. А как же читать? А как же читать? А как же читать? А как же читать? Сердце убрать, кресты убрать, пики и ромбы я добавлю, 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 добавлю только в колоду то, что помню я. Не хочу говорить тут за себя. Мы, вы, ты, я. Одна толпа и атмосфера единой веры в Бога абсолюта. Я не знаю, сколько ему нальют, чтобы он не сошел с ума или чтобы он на ум вернулся. Ну-ка мне расскажите, что это такое детская полюция. Помню, я слушал текст Децела и проснулся ночью от оргазма. Мне было так приятно узнать про это дважды, ведь проснувшись второй раз, я понял то, что я еще не спал. Этот сон зашел для вас, как будто бы мой фристайл. Я не патлю это чисто так, читаю рыба, как чистота. И чистота, и чистота, и только голова, что сюда к вам проникает. Моя грязь избегает любых окраин, это грязь посередине. И уберите от нее вытину, и болото это лягушка. Ква-ква, Москва, ква-ква, я знаю то, что у нас. Ква-ква, Москва, ква-ква. Я знаю то, что блага дарят только тех, кому дарят тут яд. А мне говорят спасибо, ты их убил. Как вода подобала мало, так и масло, мало мусы банку, холоде весь дня, бана бананка не хватает, чтобы дополнение угрозы зайдешь с ума, как свое время такое. Парни из Фурка засучили рукава, взяли кити под микрофон, отправились писать, но судьба коварная, не думали за спартанцев, обвинить свой привет. Маленькой Голландии, сырой не пускали, Питер привет старше, по сути все не важно, если даже про...